Здравствуйте, уважаемые болельщики. Я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин. Сегодня Боруссия Мюнхен-Гладбах встречается с Мюнхенской Баварией. И вот состав Боруссии Мюнхен-Гладбах. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин. Сегодня Боруссия Мюнхен-Гладбах встречается с Мюнхенской Баварией. И вот состав Боруссии Мюнхен-Гладбах. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин. Итак, состав Баварии. Посмотрим, какие тактические сюрпризы тренер приготовил сопернику. Пока ничего необычного. Стандартные 4-5-1. Команды начинают эту игру. Поехали! Атака остановлена, но кто получит мяч? Буатен. Джошуа Кимих. Тьяго. Арьен Роббен. Тьяго Алькантара. Хави Мартинес. Рибери. Левандовский. Роберт Левандовский. Именно его тренер выбрал сегодня в качестве нападающего старта. Хамес Родригес. Нет, не попадает мяч в ворота.